Это показательные выступления, но большинство элементов могут оказаться частью боевой подготовки, а боец наверху такой пирамиды может попасть на стену и помочь забраться на нее другим. Расплескалась синева, расплескалась. Показательное выступление и большой концерт готовили 2 года назад на 85-летие воздушно-десантных войск. После небольшого перерыва решили сделать мероприятие регулярным. Традиционная каша по армейскому рецепту. Гречка, тушенка, сливочное масло. Повар Виктор Тян пошел в армию 4 года назад, остался на контракт. По его словам, повар-десантник – это прежде всего десантник. И только потом повар, которому, кроме прочего, полезно уметь импровизировать. Или так готовили? Сначала вываривали их, потом вытаскивали их из панциря, потом обжаривали. Ну, это даже лучше, чем грибы получается, я вам скажу. Как мясо. Был ли это кулинарный изыск или того требовали обстоятельства, Виктор не уточнил. В любом случае, снабжение российской армии сегодня несравнимо с тем, что было в 90-е годы. В лесу, в походе, тут и разогреватели, и все остальное есть. Кадета Павла Коскова десантники наградили за успехи в учебе. Помимо суточного рациона, тельняшка. Он учится в школе имени Старшинова, перешел в 11 класс, усиленно зубрит математику и физику. Хочет учиться на разработчика систем вооружений. Мне нравится его то, что в оружии обычно нет ничего лишнего. Там всегда для чего-то что-то нужно. Я вижу в оружии, так сказать, красоту его. Внутреннюю и внешнюю. Уже действующие образцы были в распоряжении мальчишек. Они из части, которая дислоцируется в Анапе. У Стеллы город воинской славы наградили лучших бойцов и ветеранов. Среди них начальник городского управления образования Наталья Микитюк. Пистолет, автомат, с гаубицей я стреляла. Помимо этого, 8 прыжков с парашютом. По словам Натальи Микитюк, страшно не было, а чтобы понять, нужно попробовать. За ее плечами 23 года военной службы. Сначала фельдшером, затем военным психологом. Командировка на Северный Кавказ. В армию специально не стремилась. Так сложилось. Не жалею ни один день. Все офицеры, солдаты, прапорщики, сержанты, которые были рядом со мной, это надежные друзья. И сегодня в мирной жизни, что бы ни произошло, мы всегда были, есть и будем рядом. В этот день десантники, которые многое знают, многое умеют, особенно те, кто многое повидали, желали анапчанам мирного неба и прыжков с парашютом исключительно ради удовольствия. Никто, кроме нас, мы падаем в небо, несут купола, победе в бою.